приготовили наш замечательный сервис Atog Online. Мы впервые презентовали его вот в прошлом году также на выставке E-com. Это сервис по аренде касс для предприятий, которые принимают платежи онлайн. Это сервис, который позволяет не приобрести кассу, да, ведь на самом деле обеспечить фискализацию платежей, которые проходят через интернет, это достаточно непростая задача, да, так как у нас платежи идут 24 часа в сутки, касса должна обеспечивать постоянную фискализацию. Нет возможности постоянно как бы поддерживать эту работоспособность, да, и вот эти все задачи в любом случае бизнесмену, ну и бизнесу любому, крупному, мелкому, там, совсем небольшому, нужно будет решать. Вот. А сервис предлагает полноценно под ключ аренду кассы, которая установлена у нас в центре обработки данных, полностью нашими инженерами сопровождается, обеспечивается работоспособность и подключение к этой кассе удаленно через API. Есть еще интернет-доставка у интернет-магазинов, курьерская доставка, да, вот, для... Как бы этой задачи, для решения этой задачи, мы предлагаем рынку мобильные фискальные регистраторы, причем модель Atoll 15F – это самый маленький на текущий момент на рынке фискальный регистратор, он буквально вот у меня там прям на ладошке помещается. Давайте рассматривать вообще 54-й федеральный закон как некий трамплин для появления различного рода диджитал-решений, да, которые позволяют как и крупному бизнесу, так в первую очередь небольшому бизнесу применять как раз технологии, которые ранее были доступны только для крупного ритейла. Ну, это в первую очередь, я говорю о трендах, которые уже очень многие ощущают, да, это уход в облака, это различного рода бизнес-приложения в облаке, да, веб-решения, мобильные решения, которые именно позволяют предприятию, предпринимателю небольшому получать в онлайне там, информацию по аналитике, по ключевым бизнес-показателям, да, отслеживать там, товарную матрицу и так далее. То есть, и мы, естественно, понимая этот тренд, все больше идем как раз в эту сторону. Вот, например, у нас вышло недавно решение, новое поколение онлайн-касс под названием «Юджеры». Это, ну, я думаю, что многим известно такое понятие, как автономные кассы, да, это обычные кнопочные такие кассы, ну, еще их многие калькуляторами называют, да, вот, но даже они уже на самом деле умеют подключаться не только к интернету, но и к личному кабинету, то есть есть возможность загружать базу товаров, есть интеграция уже выполненная с продуктами компании 1С, вот, что, в общем-то, очень удобно.